Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Hustle Castle. И сегодня по планам у меня накопить недостающие мне ресурсы и пропать одну из комнаток. С этого, пожалуй, мы и начнем. Так, давайте-ка мы заберем все, что у меня здесь подкопилось. Деньги у меня полно. Эти у меня тренируются, ребята. Отдалим камеру. Так, бревна тоже полно. Сталь. Ну и, пожалуй, пока все. Больше нам собирать нечего. А нужно нам с вами 3 375 тысяч стали. Ну, 3 миллиона у меня уже есть. 300 тысяч нужно еще добыть. Так что давайте искать соответствующего противника. Здесь мало. Ну, более-менее. Так, дальше ищем. Энес. Слабоват. Резак тоже не очень. Так, ладно. Этого трогать не будем. Максим, да что ж такое-то, а? Где все ребята со сталью, а? Куда вы подевались? Вот. Давайте-ка мы сейчас Данилочку по-быстренькому разберем и заберем у него соточку другую стали. Давайте-ка сделаем пробники. Магия нам всегда нужна. Как вы знаете, я пользуюсь практически только одной ледянкой. Больше мне ничего не надо. Ну что же, давайте разведочку сделаем. 510 тысяч силы. Вполне сгодится, я думаю. Сейчас будем его морозить. Ну и как видим, в армии у него 2 воина, 3 мага и 1 арбалетчик. Заморозочка моя прокатила. Думаю, сейчас мы повалим одного воина. Ну, естественно, они будут его резать. Конечно же, как же без этого. Так, упали, я сказал. Не хочет, а, гаденыш. Ладно, придется его заставить. Валяйся давай. Так, ну, если мы уже подобрались до магов, то это, считай, уже победа. Так, он еще что-то брыкается, я смотрю. Нет, ребята, не тут-то было. Всем спать, я вам сказал спать. И даже Кракен вам не поможет уже. Так, отлично, победа за нами. И благодаря этому доброму человеку мы с вами получаем 100 тысяч стали. Осталось совсем немножко. Так, ну что же нам здесь будет выпадать? Давайте смотреть ресурсы. Это хорошо. Оу, песочные часы, синие к тому же, на 39 уровень, замечательно. Ух ты, для плотников, для моих, тоже неплохо. Так, а вот это нам не нужно. Разбираем. Опять хлам дают, а? Ну что ты будешь делать? Не чтобы давали дальше синьку, нет, они мне дают подсовывать всякий хлам. О, опять синее, нормально, для алхимиков самое то. Ну что, дорогие сундучки, вы мне подкиньте еще какую-нибудь синьку или нет? Похоже, что нет. Вот тебе, синька. Обычный белый посох. Конечно же, мы его разбираем. И броня, это тоже нам не нужна. Тоже ее в отстой. И лук, ё-моё. Не чтобы это все было синее. Я бы сказал вам большущее спасибо. Так, ну этот костюмчик, наверное, мы с вами оставим. Так, ну что, ребята. Сегодня мы еще с вами сходим, знаете куда? На арену. Я надеюсь, я попаду все-таки на участие. Не придется нам слишком долго ждать. Потому что в последние разы, когда я играл, я просто туда не мог попасть. Смотрите-ка, у нас 11 игроков из 15. В принципе, есть шанс попасть. А пока давайте-ка мы с вами добавим магию к себе и поставим делать следующую. Так, 4 нужно заказать. И посмотрим, кто у нас тут будет с железом, чтобы его бомбануть. 519 тысяч, нормально. Сгодится. Давайте-ка попробуем ее разобрать. Время пока у нас есть еще до турнира. Так что, ну что вы как эти. Блин, понимаете, можно на ускорении это все, конечно, дело проходить. Но тут можно пропустить некий нюанс и слечь. Смотрите-ка, у него что ли два ресальщика было. Потому что два воина практически моментально встали. Но, как видите, бесполезно. Тут им не устоять против меня. Точно, смотрите-ка, вот еще раз рисанули они своего вояку. Ого, у нас, кстати, уже 14 игроков набралось. Так, ну мы все равно успеем с вами, как ни крути. Вот так вот по-быстренькому добили. Угу. И еще 100 тысяч стали, и буквально осталось соточка. Ну что, сколько еще ждать последнего игрока на турнир-то, а? Елки-палки. Давайте яблоки заберем. Настроение. Так, арена. Нет, надо посмотреть, сколько нам не хватает точно ресурсов. Как вы считаете? Там, по-моему,
3 375 000, да, должно быть? Да. Ой, нам не хватает буквально 23 тысяч стали. Ну, я думаю, что это мы с вами быстренько набьем. Не проблема, вот только что заказывать. Я, наверное, буду все-таки делать кухню. Не знаю, конечно, для чего. Вроде бы с яблоками никаких проблем пока нету. Но я считаю, что это будет у нас в приоритете. Оу, все, ребята, мы попали с вами. И я нахожусь фиг знает где. Ровно посерединке. Так, оу, 824. Вот, вот этого надо брать в оборот. Так что давайте пробовать. 50 за победу. Тут можно, в принципе, на ускорение проходить. Отлично, ребята. Первая победа за нами. Я получаю 48 очков. Не то чтобы много, но и немало. Теперь остается ждать 1,5 минуты. За это время я пойду пока, наверное, немножечко пофармлю, да? Ну-ка, этот не подходит. Во, самое то, что надо. 95 тысяч у него. Железо находится на руках. Сейчас мы его попробуем немножечко обшмонать. Так, заказываем. Ну давай, 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 давай. Делаем, 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 все. Предел. Так, 56 секунд, ладно, еще есть время. Мы, наверное, думаю, успеем его разобрать. Тем более 450 тысяч силы. Не так уж и много. Так, понеслась, понеслась, родная моя. Ну что, что, что тут такое происходит? Хорош тут выделываться. Ребятушки, давайте падайте уже и не задержите ни меня, ни себя. Ну и поздравляю нас с очередной победой. Все, ресурсы мы с вами накопили. Так, что у нас тут? 30 секунд осталось, да? Давайте-ка мы с вами заберем сундучки. Причем все. И, наверное, посмотрим, что в них у нас находится. Время еще вроде бы... Погодите-ка. Ага, 18 секунд. Ладно, успеем скрыть. Давай-ка. Так, у нас тут на алхимика. Посох разбираем, он нам не нужен. Причем второй уже за сегодня. Так, сковородку оставим, так уж и быть. И этот амулет тоже оставим. Так, ладно. Давайте-ка теперь посмотрим, что у нас там на арене произошло. И я на втором месте. 48 очков у меня на счету. Этот мне не подходит. Да. Пока мы этого трогать не будем. Атлантида, что вот здесь? 702 тысячи силы. Да. Не айс, конечно же. 645, все равно многовато. Вот этот бы сгодился, но на потом. Да что ты будешь делать? Такого мне... Вот, давайте хотя бы, наверное... Или... Можно, в принципе, и этого... О, да ладно тебе, блин. Нифига у него сколько легендарных шмоток, блин. Откуда берут они все это, а? Ладно, давайте тогда князя атаковать. Как говорится, он самый ближний к нам и самый слабый. Ну, как видите, разбираем, в принципе, без проблем. Единственное, что меня не устраивает, это 48 очков. Это очень мало, я считаю. Ладно, не будем расстраиваться. Как говорится, поживем, увидим. А сейчас будем делать... Подожди, какое делать? Нам же... А, нет, все у нас хорошо. Так, ну, как я и говорил, будем повышать с вами кухню. 7 дней 19 часов. Это, считай, ребята, неделя. Целая неделя, даже чуть-чуть побольше. Нам придется ждать, но оно того стоит. И осталось там у нас, по-моему, два здания. Ну, холл я не считаю, да? Так, давайте открывать. Потому что мы уже протратились с вами. И, как говорится, надо восполнить свои ресурсики. Так, а здесь, интересно, я могу что-нибудь заказать себе, а? Не могу, потому что у меня там лучник делается. Обидно. А я думал, сейчас еще что-нибудь сделаем с вами по-быренькому. Но не тут-то было. Ладно, посмотрим, что у нас тут. Ага, 40 секунд еще до обновления статистики, точнее, до следующей фазы. Время есть. Так, у меня ребята тут просят яблоки. Видимо, фармят портал. Да, если бы у меня были, я, конечно, бы всем бы им дал. Но пока самому ребята нужны. Надеюсь, вы меня прекрасно поняли. 62 тысячи. Я вот только думаю об одном. А нужны ли нам сейчас вообще эти ресурсы, а? Может быть, на одного на дорожку хлопнуть? Хотя у нас тут, подождите, время 10 секунд. Давайте посмотрим обновление следующей фазы. И надо кого-то на приметку брать, чтобы в следующий бой уже нападать на него. Смотрим. И куда я падаю?
Ну давай быстрее, ну что? Так, я спустился на третье место. Да, одни бизоны здесь у меня остались вокруг. Я даже не знаю, что мне и делать-то, ё-моё. Так, вот здесь вот 645 тысяч. Здесь 439. Давайте вот этого попробуем. Ну, сразу вам скажу, что я упаду еще ниже по рейтингу, чем нахожусь сейчас. Потому что чем слабее противник, тем меньше я получаю очков за победу. Но, как говорится, у меня просто нету выбора. 44 всего лишь. Это, да, это никуда не годится. Но, поверьте мне, хуже еще, когда получаешь вообще 0. То есть, когда проигрываешь бой. Так, ладно, здесь все мы с вами забираем, что у нас успело подкопиться. Хотя здесь не так уж и много чего. Так, и кого же я хотел там на дорожку-то шваркнуть, я уже не помню. Эннес вроде бы, да, именно он. 481 тысяча силы. Да, это наш клиент, поэтому немножечко с ним поразвлекаемся. Давайте вот так вот его. Ты смотри-ка. Не сдается горный варяг. Ага, видно, чует, что жареным запахло. Но, как вы понимаете, его это все равно не спасет. И очередная наша победа. Так, у нас сколько здесь? Минута 14 секунд до следующей фазы. То есть время пока еще есть, надо его куда-то потратить. Давайте возьмем улыбочки, которые у меня тут подкопились. Да и вроде бы как все. Надо еще мне все-таки доделать два здания. Это у нас будет монетный двор, магическая лаборатория. Ну, потом уже холл, как говорится, на дорожку будем раскачивать. Хотя я им очень редко пользуюсь. Может быть, в дальнейшем это здание нам пригодится. Так, ну давай, давай, давай. Да какой, блин, хардок, а? Вот как же ты меня бесишь, когда попадаешь вот именно... Так, секунду, ребятушки. Какая секунда? Еще полминуты. А ну-ка, давайте-ка приценимся. Да, на этого мне пока... Ух, нифига у него легенды сколько, елки-палки. Да. 5106. Интересно, а у меня? Давайте сравним меч. Так, у него, значит, 5106. А мой 6356, так что тайна богов рулит. Но, как видите, нужен уровень, а у меня воина, к сожалению, не подходящий. У меня ровно 90-й, а тут нужно 93-й. Черт, я даже не знаю, наверное, я, знаете, в ближайшее время, а может быть даже сегодня, в конце видео, поставлю своих... Так, погодите-ка, я опять упал на свое прежнее место. Слушайте, а может быть вот этого вот попробовать, а? Здесь мы явно не потянем. Тут тоже нам ничего не грозит. И тут такая же петруха. Значит, остается... Нет, не этот, конечно же, братишка. Потому что мы вроде бы его смотрели. Да, тут тоже легендарки, легендарки и еще раз легендарки. 645. А здесь фиолетовые, да, все? Ну, наверное, мы нападем все-таки на него. Попробуем забомбить. Ну, я, честно говоря, не уверен, что у нас это получится. Нифига он себе три вояки поставил. Так, ладно, давай, родной. Ну, бомби. Атя, задавили просто масуха. Ребят, вот, ты посмотри, что творится. Ну, эх, ядрить твою на корень, а. У него, да ладно, два мага осталось у него. Вот, ребят, о чем я вам и говорил. 0 очков — это вообще результат наисамый худший, который мог только у нас получиться. Все, я упаду в рейтинге. Как говорится, мой поход на турнир сегодня как-то не задался. С самого начала причем. Ладно, попробуем с вами потом на втором турнире отыграться. Если, конечно же, мы на него попадем очень быстро. Да, все-таки, ребята, слабоватки пока для арены. Как ни крути, да? Мак, тебя надо раскачать, это однозначно. Хотя бы до 93 уровня. Так же, как и моего вояку. Потому что все, в принципе, есть, да. Меч есть, амулет есть, точнее кольцо. А уровня не хватает, и это очень плохо. Считайте, две легендарные вещи у меня просто пролеживают. А такого не должно быть. Ну что у нас тут осталось? 33 секунды. Сейчас у нас будет... Следующая фаза обновления, ну, я здесь ничего хорошего не жду, так как, сами видели, лопухнулся, 0 очков набрал, далеко я не уйду. Но, тем не менее, мы получим с вами сколько-то очков и какой-то никудышный сундучок. Надеюсь я на это. Ну, давайте, давайте, не томите уже там, 8 секунд осталось.
В данный момент я на 5 месте, но это на данный момент. Так что сейчас все изменится, и я окажусь где-то внизу. Боюсь, что в самых вообще низинах. Ну давай, обновляйся быстрее, что так долго? Ну, как я вам и говорил, я на 11 месте, у меня 140 очков. И начинаем с вами следующий бой. Выбрали самого слабенького. Будем его атаковать. Но ровным счетом это не исправит никак ситуацию, потому что уже нам не выбраться в тройку. 68 очков. Да, вот если бы такие очки получать на самых начальных этапах, на где-то до 4-3 фазы, то еще был бы шанс. Ну а так, никаких абсолютно. Ладно, будем с вами. Слушайте, а я думаю, зачем я сейчас собираю ресурсы? Они, по идее, мне, наверное, сейчас не нужны. Потому что мы, скорее всего, будем с вами ставить вояку и мага на прокачку. То есть они у меня будут стоять в тренировочной. И, соответственно, в замке никакой защиты не будет. Зачем нам это все дарить, да, ребята? Так, ожидайте завершения турнира. Так тут еще 1.5 минуты ждать. Что у меня мозг компенсируете? Кстати, вот посмотрите вот на эту картинку, да? Under construction. Лежит какой-то чувак, я не пойму даже, кто это такой, да? И в голове у него, я так понимаю, молоток. Да? Вот посмотрите внимательно. Вот это же молоточек. И какого хрена он там спит? Это, я так понимаю, будет у нас битва, наверное, за территорию. Или фиг его знает, что там они вообще надумали. Но хотелось бы побыстрее, чтобы эту локацию открыли нам. Давайте-ка, кстати, вот это вот мы с вами улучшим. Огненный шар. Я хочу, чтобы у меня все было улучшено, чтобы лишний раз не отвлекало на потом. И, наверное, мы сейчас с вами будем приступать, закончим этот турнир и сразу же попробуем вступить во второй. Ну, 20 секунд, давай. Зоро, Сиро, Металлург, Негоро, Джав, Атос, Полтос. Кстати, тут два чувака с Атлантиды, вы смотрите, Антон, С5. Так, и да елки-палки, и какой-то вообще просто улыбочка. Ну-ка, на каком я месте буду? Оу, на 7-м, 208 очков. Ладно, давайте-ка сразу еще сделаем одно участие с вами. Пойдемте заберем наш ревард. 100 очков и сундучок. Да. Так, забрали. Открываем, смотрим, что здесь выпадает нам. Колечко на алхимика, на 33 уровень. Ладно, я не буду его пока трогать, пускай лежит. Ну, а мы с вами ждем очередного турнира. И у нас, довольно быстро идет народ. Так что, видимо, успеем все-таки это дело заснять. Но будем все это делать, наверное, по сокращенной версии. Я уже не буду ждать вот эти вот промежутки между боями. Просто их буду, наверное, на паузу ставить. И уже показывать чисто сам бой. Наверное, так будет лучше всем. О, еще один чувачок нужен. И у нас турнир начнется. Так что пока можно смело ждать. Ну что же, ребята, поехали, пока мы с вами на 3-м месте. 505 сил, я думаю, что он нам подойдет. Поехали. Давайте на ускорение, потому что... Кто это у нас? А, Галина. Оу-оу-оу, тихо-тихо-тихо, не буяньте, ребята. Ну ладно, скажем так, первая победа за нами. 42 очка, ну, маловато, конечно. Ну что же, не будем задерживать никого, да? Давайте сделаем ускорение. Одна секунда, и смотрим, куда мы с вами перемещаемся. Ну не томи ты уже, а! Ёлки-палки, на 8-ю позицию упал. Ладно, зато у нас есть небольшой задел для будущего. Так, 702 тысячи силы. Здесь у нас сколько?
685. Блин, все крутые. Ну, 528. Давайте его попробуем. На ускорении. Ну, давай, 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 вытягивай. Отлично, молодец. Все, мы здесь одержали победу. 66 очков, вот это уже что-то. Но я всегда смотрю, что с низов подниматься проще наверх, чем наоборот. Ну и как видим, мы с вами вернулись на третью позицию. Кого бы взять-то нам, а, в оборот? Я даже не знаю. Может его? Если потянем, то это будет замечательно. А если нет? Не, пока все хорошо идет, да, смотрите. Елки-палки, у него там сколько ресельщиков-то? Два раза, даже три раза подряд успели воинов рисануть своих. Так, 42 очка, вот это уже слабовато получается у нас. Хорошо, осталось у нас еще два боя. Ну, есть шанс выровняться, в общем, ждем. Так, кого выбирать, а? Давайте-ка посмотрим. 580, ну, в принципе, хорошо, давайте его рискнем. Так, понеслась. Оу-оу-оу-оу-оу-оу, тихо-тихо-тихо, ребята, что такое-то, я не понял. Какого лешего тут происходит? Не... Да ладно. Вот тогда. А как получилось, я не врубился. Кто это у нас? Вот этот же, да, был? 580 тысяч силы, дайте-ка. Да у него ничего такого особенного нету. Как он меня мог победить-то, я не пойму. 580 силы у него. Ну, две легендарные брони. Плюс одна жрелка. Не понимаю я. Подкупленный гаденыш, а? Ну, смотрите. Раз. Все, в принципе, больше ничего у него такого нету. Заурядного. Черт подери. Все, ребята, я решил. Буду своего воина раскачивать. Ну и мага тоже. Ну и, как вы смогли заметить, я упал на седьмую позицию, ребята. Это очень плохо. Давайте выбирать кого-нибудь. Но я боюсь, что здесь очень мало уже персонажей осталось, с которыми я могу подраться. Это слишком жирно для меня. С этим я просто-напросто не могу. С этим тоже не могу. Был у нас в прошлый раз бой. Этот тоже у нас в откуре. Ладно. Тогда придется, блин, брать ниже себя. Вот, вот этого. Ну, соответственно, и получу очков очень мало. А это ничего хорошего. Ну, давай, давай. Тут разбираем без проблем. Сколько? 45 дадут или 44? 45 очков, ребята, я получаю. Ладно, ждем окончания турнира. Ну что же, турнир закончился. Я почему-то до сих пор на седьмом месте. Забираем свою награду. Можно, конечно, еще раз попробовать, но уже будет в следующий раз, когда я раскачаю своих бойцов. А так, у меня 100 очков и сундучок, который сейчас будет скрываться. И что из него выпадет? Кольцо на казначеев. Отлично. Так, вот теперь давайте как-то замучивать наши дела. Да, я собираюсь заменить жителя, только вот тебя, скорее всего, барышня. Потому что... Ну-ка, подождите, дайте-ка гляну. Плуэк-то можно, в принципе... За счет кристаллов, наверное, ускорить, да, 31 кристаллик, чтобы он получил у меня 84 уровень. И это не так уж и дорого, потому что если я сейчас откажусь от этого, мне потом следующий уровень у него придется очень и очень долго ждать. Так что, наверное, мы так с вами и поступим. Все, теперь можно его смело отсюда убирать. Так, давайте-ка мы его вот сюда, наверное, поставим. И эту барышню тоже. Так, воин, беги сюда. И где же мой маг? По-моему, вот этот, да. Так, и придется мне полуэкта во что-то одевать, чтобы он хотя бы стоял там для, как говорится, для отвода глаз. Где у нас бронька для него? Вот она. Носи. Так, меч. У меня должен быть меч. Вот он. И какое-нибудь ожерелье или колечко. Даже не знаю, у меня, по-моему, здесь только на мага все. Остальные он просто не может носить. Да, попал я. Ладно, давайте какой-нибудь... Какой есть, такой и наденем. Фиг с ним. Броня здоровья. Ладно. Магический урон. Давайте вот это надеваем. Ну, вроде бы пока и все.
Ну что ж, дорогие мои друзья, наверное, на этой ноте я буду завершать свое видео. Вам большое спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. Но это уже будет после того, как мой воин и маг достигнут определенного уровня, чтобы я мог уже надеть им легендарные вещи. И тогда я думаю, что мы хоть что-то будем с вами делать на арене. А пока безрезультатно. Без шмоток и без оружия хорошего делать там абсолютно нечего. А 7-10 уровни позиции меня не устраивают. Так что придется нам немножко подождать. Ну а на этом все. Всем пока. До скорого, ребят.